Тобольске задержали подозреваемого в краже велосипеда из подъезда многоквартирника. Им оказался 21-летний молодой человек. Он признал свою вину. Задержанный рассказал, что после того, как вышел от своей знакомой, решил похитить велосипед, чтобы добраться на нем до другого микрорайона. Позже оставил его для личного пользования. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Похищенный велосипед возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело. За что задержат сотрудники полиции? За то, что украл велосипед. По какому адресу украл? Не помню. Примерно микрорайон какой? 9-й микрорайон. Куда поехал на нем? Микрорайон Алтайский.